Привет всем, дорогие друзья, с вами Ромулус, и мы начинаем прохождение 18-й миссии, которая называется «Свиньи конец». Не самое приличное название, но... Сами подумайте, какой конец может быть у свиньи? В соседнем графстве люди доведены до отчаяния огромными налогами кабана и готовы начать восстание. Пришла пора отомстить за смерть лорда Вулзака. И если вам удастся победить, чаша весов склонится в нашу сторону. Вы должны... Так, миссия явно не самая легкая, учитывая то... Какие силы у нас есть в распоряжении? Так. Ждем ваших приказов. Что нужно? Уже идем. Оружие на плечо. Поставить сначала наших стреляющих юнитов. Встать в строй. Вперед. На защиту наших интересов. Ваши указания. Что нам делать? Скорее всего, противник будет снова пытаться контратаковать. А? Башня построена, сэр. Да, снять бы передние башни, и противник пал бы. Внимание! Можете рассчитывать на нас. Ну что ж, пусть противники наступают. Не жалко. Совсем не жалко никого. Так, пошли, голубчики. Так, сколько против? Товарищи не вышли, всех перебьем, всех накажем. Да, у противника много лишних юнитов. Мы продолжаем поход и заняли еще одно славно, славно. Так, еще одно графство, еще одна победа. Ну, друзья, я предполагаю, что это и все. Теперь пришла пора заняться более серьезными делами. Нужно очистить наши... Мой лук, вашим услугам. Наши стены от вражеских юнитов. Слишком много их туда забрело. Куда пойдем? Так. Какие будут указания? Мы уже в пути. Целься точнее. Сэр! Цель слишком далеко. Цель слишком далеко. Идем в ваших приказов. Готовься. Вот так вот медленными последовательными действиями мы сможем снять большую часть обороны противника. Целься! Целься точнее! Самое главное, наша преимущественность — это масса из 32 лучника. Это очень хорошее число для снятия любых противников. Лучники готовы! Мой лук к вашим услугам! Уже идем! Мы идем! Мы уже в пути! На шаг ближе стали. Какие будут указания? Идем в ваших приказах! Уже идем! Мы идем! Огонь! Огонь! Лучники готовы! Не вижу цели, сэр! Итак, с ворот мы практически сняли всех, кого могли. Мой лук к вашим услугам! Не вижу цели, сэр! Огонь! Да, попадаем под ближайшим лучникам и скоро их не станет. Готов, сэр! Так, есть такая маленькая хитрость. Если лучники будут заряжаться в каком-то направлении, а потом перестроить их на другое направление, то они, соответственно, будут стрелять туда.
хотя бы один залп, но выпустить. Внимание! Милорд? Пока что все успешно, нет? Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Огонь! Прыгай, получай! Да, даже не представляю, какое количество воинов для глобы под огнем этих лучников, арбалетчиков, которые находятся на стенах. Встать в строй! Нет, ну это сотни, много-много сотен. Прыгай! Сэр! Можете забыть! Оружие! Плечо! Готов! Встать! Строй! Так, и еще с одной вышки на последнего солдата там выбиваем. Сэр, да. Слишком далеко. Прыгай! Сэр, вперед! Сэр, слишком далеко! Сэр, слишком далеко! Сэр, слишком далеко! Так вот, арбалет не может не выстрелить, он просто обязан завершить. Так, здесь можно напрямую. Получай! Так, ну первые вышки буквально-таки вычищены от вражеских войск. Мы уже в пути. Приготовить стрелы. Трой. Лучники готовы. Есть. Ну что ж, возможно, даже не придется в первую часть замка заходить. Можно будет ее просто обойти сбоку. Раз уж у нас готовься. Так удачно все идет. Внимание! Цель слишком далеко. Можете забыть о них. Заряжай! Получай! Можете забыть о них! Заряжай! Получай! Можете забыть о них! Заряжай! Получай! Можете забыть о них! Заряжай! Получай! Хороший брат! Мертвый брат! Сэр! Стоп! Плечом! Отстранение от кабана! Кабану! Это совсем не нравится! Похоже, у кабана проблемы! Бегом! Цель слишком далеко! Шагом! Пас! Цель слишком далеко! Вперед! Цель слишком далеко! Цель слишком далеко! Бегом! Шагом! Пас! Готов! Ай-яй-яй-яй-яй! Ни хрена себе! Так, вот это вот беда! Вашим услугам! Пора не готовить стрелы! Целься! Сняли хотя бы еще парочку лучников. Такой высокой ценой, но... Встать в строй! Это нам крайне было необходимо. Вперед! Бегом! Шагом! Марш! Вперед! Бегом! Так, возможно, с этой стороны можно будет расстрелять противника.
относительно без потерь. Вперед! Так, здесь пока будет. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. А? Уже идем! Не вижу цели, сэр! Лучники готовы! Не вижу цели, сэр! Твой лук, вашим лукам. Мы сняли с этих стен необходимых милорд противников. Так. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Огонь! Со временем тоже снимем здесь кого-нибудь. Внимание! Бегом! Цель слишком далеко. Выбирайте цель сами. Так, и буквально с первого залпа был убит один из этих бойцов, который подвалил нам под ногами нефть. Так. Не вижу цели, сэр. Лучники готовы. Огонь! Мой лук вашим услугам. Милорд. Так. Огонь! Какие будут указания? Мы идем. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. А? Лучники готовы. Уже идем, мы идем. Мы уже в пути. Так, опасно, подбирайтесь. Прыгай! Цель слишком далеко. Сэр, шагом, ваше оружие. Плечом! Готов, сэр! Вперед! Встать в строй! Внимание! Бегом! Сэр! Шагом! На плечо! Так, буквально на грани здесь все находится. Можете забыть о них! Так, есть! Минус одно орудие. Мой лук, вашим услугам. Нужно подбить по противника. Так, давайте сюда готов. Сюда ботинки, прошу указания. Что нам делать? Где моя лопата? А? Есть, ваша светлость. Милорд. Мы идем. Это точнее. Мы идем. Мы уже в пути. Мы идем. Мы идем. Мы уже в пути. Идем! Можете рассчитывать. Какие будут указания? Готовься! Встать! Закрой! Получай! Что, пришла пора теперь уже в ближайшем бою уничтожать противников. Можете забыть о них. Заряжай! Получай! Ждем ваших приказов. Приготовить стрелы. Да? Целься. Лучники готовы. Мы идем. Не вижу цели, сэр. Так еще бы пару вышек бы снять противника, и все было бы в порядке. Внимание! Можете забыть о них. Прыгай! Заряжай! Мой лук, милорд. Вашим услугам. Какие будут указания? Мы уже в пути. We'll be right back.
Ну что, еще Бидас, пару вышек будет у противника, и я думаю, штурм будет в ближайшем будущем уже. Штурм этого чудного замка. Так. Главное не сбавлять, продолжать уничтожать всех юнитов на их башне. Получай! Лучники готовы! Мой лук вашим услугам! Приготовить стрелы! Все бойцы противника должны выбыть из строя, все стреляющие бойцы, во всяком случае, остальные все уже так не представляют особого угрозы. Какие будут указания? Целься! Оружие! Нам плечо! Я слышу! Ждем ваших приказов! Целься точнее! В арбалетчик осталось на этой башне, и все. Лучники готовы! Готовься! Мой лук вашим услугам! Можно было, конечно, бросить все силы, как пушечное мясо, но все-таки жалко людей. Хотелось бы завоевать именно таким образом противника. А не банальным путем. Стенка на стенку, кто кого. Куда пойдем? Немножко. Мы уже идем. Направить. Пусть они тут разгребают. Сюда готов. Ров, ваше указание. Мы все выводы. Последний арбалетчик на стене должен пасть. И будут указания. Так, есть. Целься. Ну что ж, три вышки у противников осталось. Целься точнее. После этого мы можем праздновать победу. Готовься. Дойдут до замка, если пойдут напрямик. Вперед! Бегом! Шагом! Я попытаюсь. Так, друзья, давайте, давайте без потерь. Очень бы хотелось. Вперед! Есть. Удачный момент. Не забыть. Сэм! Заряжай! Оружие! Убирайте цель сами. Готов, сэр. Стой, строй. Высоко я посылаю свою силу. Убирайте цель сами. Так, ну вот, другое дело. Лучники готовы. Мой лук к вашему слуху. Огонь! Милорд, какие будут указания? Идем в ваших приказах, а? Лучники готовы!
Враги в собственном замке оказываются в очень печальном положении, они ничего не могут сделать. Мы зажали, как только возможно это было сделать. Итак, у противников остается всего лишь одна башня, где есть реальная возможность подпалить землю под нашими ногами. Мой лук, вашему луку. Ладно, хватит этих уже ожиданий. Будем собирать войска и нести. Чего вам понадобилась сила? Мы идем! Шевелись! Что нам делать? Куда можете пойдем? Рассчитывать на нас? Есть ваша светлость. Всегда готовы. Что, друзья, первая башня пошла. Что? Да. Вы пехота! Что? Столько идти? Башня построена, сэр. Ваше указание. Мы уже идем. Давайте спалим еще. Милорд. Мы идем. Мы уже в пути. Что нам делать? Можете рассчитывать. Выступаем. Так, пошла первая башня. Есть наша смертность. Чего вам понадобилось? Так, противник не мешает со всех своих сил, и за одну атаку буквально мы захватываем. Полностью захватываем замок противника. Нет больше кабана. Так, замечательно. Ну что ж, друзья, это была долгая битва, но все-таки битва, которая увенчалась успехом, и минимальное количество солдат мы потеряли при этом. Мы победили. Так, 10% при штурме. Да, действительно невероятная победа. Ну что ж, всем спасибо за внимание. С вами был Ромулус ТВ. Подписывайтесь на мой канал. До скорого!